Всем еще добрый день. Опять у нас экстренный выпуск новостей в эфире. У нас случилась беда. Наш товарищ Кирилл, вы можете его лицезреть, он так надеялся, он любит тонировку. У него было две стадии тонирования. Первая это была тонировка, которая такая китайская, но она прям, ну просто китайская. Вторая была съемная. Мастерская. Первая была съемная китайская, вторая мастерская, которую теперь он ничем не отколупать. Ни ногтями, ни ножиком, ничем. Просто, не поверите, хотел покататься. Немножко покатался, а тут раз и... Полицейские остановили. Прям выбежала на дорогу и давай махать. Не было камеры, не могу это засветить. Но пришлось, чтобы не посадили нашего Кирилла. На сколько, Кирилл? На 15 суток. На 15 суток за тонировку, вы представляете? Нельзя. Поэтому мы обоюдно решили, но принял решение, конечно же, Кирилл. Демонтировать. Демонтировать, правильное слово. Демонтировать, обязательно демонтировать эту тонировку. Это сейчас и происходит. Ну и напоследок сейчас спросим у Кирилла. Кирилл, скажи, пожалуйста, что ты советуешь тем, кто хочет поставить тонировку, установить? Советую, ставьте и катайтесь, пока не растонируют. Скажи нам, пожалуйста, сколько это стоит удовольствие растонировки и тонировки? 1500 стоит затонировать два стекла. Так, а растонироваться? Там штраф сначала, потом... Возможно, арест до 15 суток. Сейчас мы снимаем с квадрокоптера. Снимаем. Решили не подвергаться. Я просто не хочу в тюрьме сидеть 15 суток. СИЗО. СИЗО. Тебе так и сказали, что это 15 суток, это СИЗО. Ну а как это называется? Ну да, следственный изолятор, да, да. Все там будет, это прокуратура. Там приедет министерство. Есть тоже свои связи. Связи в автосервисе «Шаман». Так что шутки шутками, но имейте в виду, каждое преступление наказывается. Правоохранительные органы, короче, на месте. Да, да, да. И следят. Все, так что будьте счастливы. Кирилл, когда было прощенное воскресенье? На прошлой неделе. Вот это воскресенье. То есть мы должны были сказать что? Простите нас, пожалуйста. Они тебе бы ответили. Бог простит, и мы простим. Все, пока. Это был Иван. Пока-пока.